Я раньше на мышке летал, но сейчас что-то боюсь, блядь. Да? С мышкой меня немножко... это не надо. Мышка это шум. Я немножко тоже с мышкой не летал. Подключу. Проще так. Ну. Сейчас воздуха просто посмотрим этот пуф, если он там. Да где-то. Его можно в группу добавить и посмотреть, там кровится. Блять, а ты помнишь, как его звали хоть? А? Кстати, миссию выполнил такую. Может быть, им на голову слили? Что сделать с головой? Так, я думал, на блядь, голову спрыгнул, знаешь? Найти то место. Так, вон там была миссия, слушай, да? Слушай, это... А, вон она миссия, завод-то на месте стоит, ёбаный. Это ты где? Это корпус Umbrella, что ли, справа? Да. Давай-ка назад. Да. Да, блядь. Вот здесь вот смотри этот ёбаный суф. Где-то, блядь, в этом районе он должен был бросить. Надо правее брать его тебе. Вон он завод, он прям, вон он один суф тот стоит. Вон вообще... Взорвали его, по-моему. Или у меня он просто не прогрузился. Ничего. Где-то вот здесь, в этом районе, этот хуй должен был выехать, высадить. Я не думаю, что он совсем там пиздец, как издалека пешком. Посмотри, надо, ну давай вправо подлети. Может быть, он вот на конце той поляны высадился. Или вот впереди. Но он же откуда заезжал? Суве. Отсюда. Вот он заезжал, ну... да, с гвоздями. Поэтому и надо искать где-то машину. Ему же ехать далеко было. Но пешком он тоже явно далеко не шел. Где-то, блядь, он здесь должен, блядь. Да ебаная автозависание. Да нахуй. Правее возьми, говорю. Сейчас возьму. О, стреляют. Все, блядь. Жека, Жека, это за нами. Что делаем? Садись, да, садись, вот садись. Да. Нахуя, блядь, чё-то, ёбнулся. А чё, мы улетим, думаю? Конечно, улетим. Жека уходит за погоню. Ракета, что ли, блядь? Не бери низко, нет, нет, не ракета. Да ракета, ёбаный в рот. Мы там же... выбили все, что могли. Это ракеты были. Ракеты-то? Это что за вертушка, сука, нас уебала? Так, а теперь скажи, пожалуйста, где мы сдохли. Вот за сувом съездили, а? 400 рубасов. Ну и что, нормально. Так, где мы сдохли? А, где это мы сдохли-то, блядь? Ну где это мы сдохли? А чё нас... Кто нас, блядь, сбил-то, ёп? Чё за ракеты там летали, блядь? Ну вот первая уклонились, вторая там... Первая тоже нас коцнула нехило, блядь, а вторая уже прилетела. А я забыл, на какую кнопку отстреливать. Где мы сдохли? Где спавнится? Районе... Ну, вот я хуй знаю. Березина надо. Березина надо. Эта дорога была... Мы прям на дороге упали сельской. Ну да, ну это, короче, надо ехать как от Красностава, блядь. Там уже... Блять, ну надо тогда быстренько до трейд-зоны купить какую-нибудь машину. Это знаешь, это было южнее Петровки, я тебе вот так вот скажу. Да я найду так, нахуй, блядь, где это было. Ну, время есть.